Приветствую вас, друзья! В этом видео, как вы уже, наверное, поняли, я обучу вас карточной пружинке. Очень много человек просили меня сделать обучение этому эффектному трюку. Как вы понимаете, ваши просьбы были услышаны. Также сегодня я хотел бы разыграть вот эту замечательную колоду «Парк юрского периода» от компании Illusion. Совсем недавно я делал на нее обзор в своем новогоднем видео. Если вы не смотрели, переходите по подсказке или по ссылке в описании и посмотрите его. Условия розыгрыша, как и всегда, будут очень простыми. Подписывайтесь на канал, если вы на нем находитесь впервые, лайкайте это видео и в комментариях напишите, почему эта колода должна достаться именно вам. В следующем видео я объявлю результаты этого розыгрыша. Ну а теперь приступим к обучению. Пружинка – иконический трюк, исполнение которого в глазах зрителя моментально делает вас асом в обращении с картами. Проходят столетия, а это не меняется. Хотите производить на зрителя впечатление своим уровнем владения картами, выучить пружинку вам просто необходимо, чем мы с вами сейчас и займемся. Разберем нюансы и детали исполнения этого трюка, а также развеем мифы, которые сформировались вокруг него со временем. Стоит также отметить, что пружинка потребует от вас не только знания техники исполнения этого трюка, но еще и силу ваших рук. Поэтому не забывайте в процессе тренировки давать своим рукам отдохнуть. Немножко поделали пружинку, отдохнули и потом снова приступайте к обучению. Карты должны быть максимально мягкими. Если речь идет о картах от United States Playing Cards Company, то вам подойдут карты с Double Crushed стоком, то есть дополнительно спрессованные. Это практически все последние колоды, такие как, например, Knights, High Victorian, T-Swords Playing Cards и так далее. Также еще вам подойдут карты от компании Карта Мунди. Там практически все карты одного качества, и они очень мягкие. Но понятное дело, что если таких карт под руками нет, можете использовать любую другую колоду. Также не забывайте в процессе тренировки пружинки переворачивать карты, то есть поделали немножко лицом вниз, потом перевернули и делайте уже рубашками вниз, чтобы колода слишком сильно не выгибалась. Использовать в этом обучении буду колоду Super Bees, как вы уже, наверное, поняли. Я уже делал на нее обзор, он находится все в том же ролике, о котором я сегодня вам рассказывал, поэтому можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Я люблю делать пружинку вот таким образом, то есть рубашками к зрителю. Таким образом, мне кажется, она выглядит намного красивее, потому что когда вы делаете пружинку лицевыми сторонами к зрителю, то поскольку лицевые стороны постоянно меняются, глаз зрителя не успевает ни за что зацепиться и немножко больше напрягается. А так он расслабленно наблюдает за пружинкой как за чем-то цельным и однородным. Но это мое личное мнение, смотрите сами, как вам делать удобнее. Я учился делать пружинку сразу правильно, то есть отпускать карты именно с уголка своим большим пальцем. Она очень мягкая, приятный звук и очень контролируемая, то есть вы контролируете распределение и направление карт между вашими руками. Все неправильные вариации, типа там таких вот со всякими мерзкими звуками, я делать не умею. Карты сейчас все окажутся на полу, поэтому и демонстрировать вам это я не стану, а буду обучать вас сразу правильной вариации этого трюка. Положение пальцев при исполнении этого трюка следующее. Вам необходимо большой палец правой руки вот так приложить к этому углу, к уголку с индексом. Вот таким образом, то есть вам нужно взять кончиком большого пальца именно уголок. Вам не нужно обхватывать колоду целиком, так вам будет пружинку сделать намного сложнее. То есть ваша задача взаимодействовать с этим углом только кончиком большого пальца. С противоположной стороны, то есть за вот этот уголок с индексом, вы держите колоду своим безымянным пальцем. Но одним безымянным сделать пружинку будет очень сложно, поскольку мощности этих двух пальцев вам не хватит, чтобы сжать колоду и потом ее разжать. Нужны остальные пальцы для поддержки. То есть, видите, всю основную работу выполняет у меня безымянный палец, а все остальные пальцы, указательный, средний и мизинец, они здесь находятся в качестве поддержки. И благодаря такому положению пальцев вам удастся сжать колоду вот так. Видите, она сейчас находится в напряжении. И продолжая сжимать колоду, вы расслабляете хват вот в этом месте, где находится ваш большой палец, и таким образом начинаете отпускать карты, видите, по одной, и начинают вот таким образом вылетать. И если вы будете делать это быстро, то есть вы сжимаете колоду и здесь начинаете равномерно расслаблять давление большим пальцем, то колода начинает выстреливать. Естественно, к моменту, когда какая-то часть карт снизу вылетела, вам нужно еще сильнее сдавить карты, то есть создать еще большее напряжение для того, чтобы они могли вылететь. И к концу пружинки вы сдавливаете, видите, карты вот практически вот так, чтобы они могли вылетать. Но это чувство к вам придет со временем. Вы просто начнете дома играть с пружинкой, то есть сжимать, расслаблять в этом месте, карты начнут вылетать, и со временем вы сами поймете, каким образом и в какой момент нужно сжимать колоду, для того, чтобы пружинка была равномерной и красивой. Но, в общем, в этом и заключается суть этого трюка. То есть вы берете за уголки колоду, сжимаете ее, в этом месте начинаете расслаблять хват большим пальцем и по одной карте вот так отпускать. И она начинает
колода начинает, скажем так, пружинить и выстреливать из правой руки в левую. Больше ничего по положению пальцев и технике исполнения этого трюка я сказать вам не могу. То есть вам нужно взять колоду вот таким образом и поиграться с ней, попробовать вот таким образом поспускать. Я не могу показать вам, как у вас это будет получаться сейчас, то есть неправильно, потому что я уже выучил этот трюк и неправильно сделать я его не могу. Вот, но тем не менее, берете карты, сжимаете их вот здесь, начинаете отпускать по одной карте с большого пальца и... По логике вещей они должны вот таким образом у вас выстреливать. Сразу, конечно, будет получаться достаточно сложновато. Обязательно тренируйтесь либо над ковром, либо над постелью, чтобы карты не убить от того, что они будут ударяться постоянно уголками об пол. И все, в ближайшее время вы выучите и поймете принцип, по которому карты выстреливают из одной руки в другую. Но понятное дело, что это не все. Выстрелив картами из правой руки, вот так их выпружинив, вам нужно их поймать левой рукой. Ловите вы карты в так называемый вилочный хват. Если вы не помните хваты, переходите по подсказке по ссылке в описании и вспоминайте, я посвящал этой теме целый видеоролик. Все очень просто, то есть когда карта вылетает из правой руки, ваша задача поймать ее левой. И для того, чтобы она не упала снизу, то есть не вывалилась вот в этом месте или сверху там, вы полностью все края карты защищаете своими пальцами. То есть вот видите, снизу мизинец, сверху указательный, в этом месте, то есть сбоку, находятся средний и безымянный, и большой палец вот здесь с основанием ладони не дают карте упасть вот с этой стороны. Таким образом вы автоматически ловите пружинку в абсолютно безопасный хват левой руки. И все, и она никаким образом у вас не упадет, потому что снизу она не падает. Вы тут мизинцем держите, сверху указательный палец, ну и сбоку большой. То есть вы абсолютно защищены от падения карт, если ловите карты вот таким образом. После того, как вы ее словили, мизинец просто убираете вот сюда и переводите колоду в дилерскую позицию, подносите правую руку, если нужно, подровняли, и все, пружинка выполнена. Давайте еще раз напоследок все прогоним. Берем колоду вот в такой хват, то есть зажимаем вот эти углы, создаем напряжение, вот так сжав колоду, и с этого места начинаем отпускать по одной карте, принимая их левой рукой в вилочный хват. Таким образом исполняется пружинка на скорости, это выглядит вот так. Теперь вы меня спросите, как сделать большую пружинку. Как вы понимаете, в этом плане ничего сложного нет, если вы уже освоили основную технику исполнения этого трюка. Все, что вам необходимо сделать для того, чтобы развернуть большую пружинку, это правильно расположить ваши руки и правильно направлять карты в процессе исполнения этого трюка. Что я имею в виду? Когда вы хотите сделать большую пружинку, вам необходимо двигать руками следующим образом. Я попробую вам показать, чтобы хватило у меня кадра. То есть вы совмещаете руки вот так, правую убираете, то есть начинаете делать пружинку вот здесь, убираете ее вверх, разворачивая карты вот таким образом, то есть пружинка будет находиться сейчас вот здесь, то есть карты распределяются по вот этой линии. Левую руку вы немножко убираете вниз, а потом за правой, двигая, забираете все карты. Может быть, вам не совсем понятно это на словах, понаблюдайте сейчас не за пружинкой и картами, а именно за моими руками, за тем, как они двигаются. Смотрите внимательно. То есть видите, что я делаю? Я совмещаю руки, правую руку увожу, начиная делать пружинку, левую руку немножко опускаю вниз и забираю все карты. На скорости это выглядит вот так. Выглядит очень круто и эффектно. А еще благодаря звуку привлекает дополнительное внимание и создает такой эффект сложности. Хотя на самом деле пружинка это не такой уж и сложный трюк, но на зрителя всегда производит невероятный эффект. Я не фанат большой пружинки, почему? Объясню немножко позже. Она у меня далеко не самая большая из всех возможных. Есть мастера, которые делают этот трюк намного больше и круче. Но в любом случае я доволен ее размерами и тем, как она выглядит в моих руках. Надеюсь, что вам все было понятно относительно большой пружинки и того, как действуют ваши руки в процессе исполнения этого трюка. Берете карты и все, вот таким образом их собираете. Выглядит это очень круто. Давайте сделаю еще разок.
Ух! Поздравляю вас, друзья! Обучение карточной пружинке закончено. Теперь набирайтесь терпения, прилагайте необходимые усилия, и очень скоро вы выучите этот эффектный трюк. Сейчас я хотел бы с вами немножко поговорить о его нюансах и о мифах, которые построены вокруг этого трюка. Многие считают, что красота и крутость пружинки определяется ее размерами. Увы, это не совсем так. На самом деле красота пружинки определяется равномерностью распределения карт между вашими руками. Если карты идут ровненько одна за одной и равномерно распределяются в процессе делания пружинки, то она выглядит очень красиво и эффектно. То есть пружинка не должна быть большой, потому что когда вы делаете большую пружинку, очень сложно проконтролировать то, каким образом карты распределяются по всей ее длине. И под конец они начинают уже немножко превращаться в какой-то хаос, и вы не совсем аккуратно их ловите. И более того, когда пружинка большая, карты начинают распределяться по ней неровно, и это выглядит очень некрасиво. Особенно это заметно на фотографиях. Потому что очень много иллюзионистов, когда их просят сделать какую-нибудь фотографию, начинают позировать, делая пружинку. И далеко не у всех она получается очень хорошо. Мой вам личный совет, лучше придумайте какую-то другую позу для себя, чем пружинку. Потому что если вас фотографирует профессиональный фотограф, например, на каком-нибудь мероприятии, и потом вы не имеете доступ к редактированию этой фотографии, результат может быть очень плачевный. Как, например, вот здесь у Шенлима. Не положено фокуснику такого уровня фотографироваться с такой пружинкой. Поэтому лучше всего научиться делать пружинку небольшую, но зато равномерную и очень красивую. В таком случае эффект, производимый на зрителя, будет максимальным. Не говоря уже о том, сколько сил и колод игральных карт вы сэкономите, не тренируя огромную пружинку. И на этом я хотел бы закончить. Не забывайте подписываться на мои инстаграм и группу ВКонтакте, чтобы оперативно отслеживать все мои новости. Ну а если это видео вам понравилось, нажмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся с вами в следующий раз.